Я на канале ТВК. Здравствуйте. Вечером 4 апреля в областном центре культуры играет один из лучших на сегодня трубачей России, Вадим Эйлин-Крик. Он играл в самых выдающихся джазовых оркестрах Москвы, у Кролла и у Лундстрема, солировал в биг-бенде у Игоря Бутмана. И вот сегодня выступит с Липецким государственным духовым оркестром. Предлагаю немножко посмотреть. Сегодня этот замечательный человек с необыкновенной трубой у нас в студии. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Лиля. А вот вы сейчас, когда пытались определить год записи этого видео, сказали, что вот надо посмотреть по татуировкам. Вы по ним это исчисление ведете? Ну, вообще, я не знаю, я вот в Москве, где я живу, я ориентируюсь, где я играл, вот места, где я играл, там же разные есть, там какие-то клубы, концертные залы. Одно время я вел хронологию по женщинам, с которыми я в этот момент, ну, был. А как вы прям правило, помните, да? Жестко, кому вы играете? Оно просто жестко было по пятилеткам, поэтому, в принципе, нормально. А сейчас я, когда смотрел, мы никак не могли понять, когда я смотрел, есть ли у меня татуировки или нет. Соответственно, так как вот эта татуировка уже была, значит, понятно, что это минимум 4 года назад это было. То есть вы не очень давно всем этим занялись? Да. Я в очень сознательном возрасте сделал все татуировки. Обычно в то время, когда все нормальные люди их сводят, да, совершенно верно. А что вас подвигло? Я понял, что они у меня там всегда были, и пора им проявиться. Проявиться просто, да. Пора. Так, ну, да. Ну, у вас, наверное, часто вам задают вопрос по поводу внешнего вида, поскольку вы вообще опровергаете все стереотипы и каноны, как должен выглядеть там музыкант, да? Это у вас с детства было такое параллельное увлечение спортом? Нет, как раз в детстве я был очень болезненный, худой и слабый, и в какой-то момент вдруг мне захотелось стать другим. Нагнать. И оказывается, какая бы у тебя ни была плохая генетика в плане вот физики какой-то, и точно так же, как бы плохо ты изначально не играл на своем музыкальном инструменте, ну, в силу каких-то обстоятельств, я вот верю теперь в то, что фанатичный труд может сделать все. Я очень верю в то, что человек может сделать себя и дойти вот из точки А в точку, я даже не знаю, в точку Я. Не, ну, применительно к искусству тут же, наверное, все-таки дар тоже не на последнем месте стоит, потому что, как бы, ну, как говорят, попой высидеть-то можно, хорошую оценку, но полета-то не будет. Ну, мне трудно судить. Это же чистое ремесло будет. Мне кажется, что дар есть у каждого в той или иной степени, но... Понять, где? Но этот дар представить людям, показать, да даже себе... Ну или вообще просто вот в природе. Возможно, только если ты... Нужно владеть сначала ремеслом. То есть вот это если понятно. Ты хочешь играть, ты должен сначала идеально извлекать звуки. А потом мы уже узнаем, есть у тебя дар или нет. Безусловно. На одном даре тоже далеко не уедешь. Но просто хотя бы интерес поймать. Вы, кстати, вот как поняли, что вам нужна труба? Ну, сначала из-под палки. Я понял, я занимался на рояле очень жестко, с 4 лет, по много часов в день. Ну, без того, чтобы меня выпускали на улицу погулять. Ну, с такими родителями, да, без вариантов. Было без вариантов. И поэтому труба первый раз, она меня спасла, потому
что я посмотрел, видите, у нее вот три кнопки. Три. Я подумал, что она такая простая. Если я начну на ней играть, то это будет гораздо проще, чем на рояле. Я ошибся, mm-hmm. потому что труба очень оказалась тяжелым. То есть все, что на рояле можно взять пальцами, на трубе надо извлекать с помощью магии. Потому что ну, всего три кнопки, значит, все остальное это магия, волшебство. Mm-hmm. Это первый раз. А потом я... Тяжелые 90-е годы, я бросил трубу, бросил музыку, надо было как-то на что-то есть, надо было как-то выживать, надо было зарабатывать какие-то деньги. И второй раз в мою жизнь опять вернулась труба, когда я понял, что никакие деньги меня не будут радовать, если я не буду иметь возможность извлекать звуки. И я бросил тогда вот заниматься бизнесом, вернулся в музыку, опять стал извлекать сначала чудовищные звуки, потому что долго не играл, потом чуть получше, получше. И вот сейчас извлекаю те звуки, которые почти всегда мне нравятся. Которые вас почти устраивают. Почти устраивают. Вы рассказываете про трубу, вот прям как будто историю семейной жизни. Вот как это вот так ушел это же, от женщины, а потом же, понял, что, блин, не могу без она нее. Она такая ревнивая труба. Во-первых, она не прощает измен. Ей надо уделять массу времени. Потому что это на рояле, опять же, пианист очень не любит, когда я это говорю, но по большому счету... Вот но вы знаете, о чем вы говорите. Ты не занимался, да, ты не занимался там две недели, месяц. И понятно, ты никогда не сыграешь виртуозный какой-то, что-то очень виртуозное, но... Когда ты просто возьмешь там несколько нот звукоизвлечения, никто даже не поймет, что ты не занимался. На трубе ты не занимался месяц, это поймут даже те, кто вообще и трубу первый раз слышит. Там сразу будет вообще вот, ну, другое качество звука. Там сразу появится шип и хрип, а там сорвется звук. Ну, ужасно просто. Кого-то никогда ничего не делал. Поэтому, да, труба это как женщина. Во-первых, ее надо любить. Во-вторых, ей надо хранить верность. Верность, да, каждый день. Ей надо уделять много внимания. Вот. Ну, то есть у вас труд прям как у балетного получается, да? То есть как он встал там к станку, да, на 2 часа? Да, да, такой, да. У вас такая, да, же история? Да, да, абсолютно. Так. А график тренировок и график выступлений, они у вас как вообще сосуществуют? Ну, если, судя по вам, если он, вы сейчас он про тренировки в спортзале, да. Ну, по большому счету, человеку вполне достаточно там 3-4 часов в неделю. А. Для того, чтобы быть в хорошей физической форме. Но я к тому, что вы когда куда-то уезжаете, это вам не обязательно. Мы имеем в неделю 110-112 часов, по-моему, за вычетом сна. Вот 4 часа можно посвятить своему телу вполне. Телу хватит. Телу вполне, потому что я считаю, что это так же, как почистить зубы, это так же, как, не знаю, там, сходить в душ или просто причесаться. Это наша гигиена. И потом это дает нам возможность жить совершенно в другом качестве. То есть то, какие удовольствия мы получаем от жизни, качество нашей жизни напрямую зависит от нашего тела. Ну и к тому, что когда вы куда-то приезжаете на гастроли, у вас в райдере пункта спортзал нету. Если это надолго, то есть всегда. А если ненадолго, вот как вот мы сегодня приехали на поезде в 7 утра, ну какой спортзал, тут, слава богу, удалось пару часов поспать перед... Мне очень понравился, значит, дирижер оркестра, мне сказали, он хотел меня приехать встретить, а потом подумал, что если он так рано встанет, он будет никакой вот на концерте. Я так про себя подумал, ну главное, чтобы я был какой. В общем, вы его, по крайней мере, поняли. Я его понял. Честно, если бы я был бы на его месте, я бы тоже никуда, я бы тоже готовился бы к концерту. Ну, здорово. А почему вы приняли приглашение Липецкого духового оркестра? И как часто вы вообще вот так вот уезжаете прочь из Москвы? Ну, во-первых, я люблю Липецк. Я здесь уже третий раз. Так, с этого места подробнее. Я люблю третий раз. Да, я люблю Липецк уже третий раз. Здесь совершенно необыкновенная публика, очень искренняя. Я в социальных сетях уже многие написали, что ждут этого концерта. Да. Многие, когда еще не был этот концерт, спрашивали, а когда же вы будете в Липецке? И поэтому я не мог сюда не приехать. Во-вторых, духовой оркестр – это мои коллеги-духовики. К сожалению... Сейчас не то, что в России, во всем мире духовое искусство, не то чтобы кризис, но все-таки меньше инструмента именно вот, меньше интереса именно к нашим инструментам. И поэтому все, что я могу сделать как популяризатор вот своего инструмента, если я могу каким-то образом общаться с моими коллегами, которые тоже отдают годы, они же годы отдают для того, чтобы вот из железа, из железки, из вот куска трубки какой-то извлекать звуки. Это же чудо. Поэтому мне было очень интересно сыграть именно с духовым оркестром. Мне предложили, я сразу
согласился. Ну, и потому что вообще легко отзываетесь на такие приглашения там из любого маленького города. Абсолютно. Это правда, это не вопрос денег, это вопрос общения, это вопрос... Миссия даже какая-то, наверное, сказала. Наверное, да. То есть для вас это какая-то сверхзадача такая. Так, исполнять сегодня что будете, если не секрет? Вот когда, опять же, приезжаете, из каких соображений вы строите программу? Мы долго списывались. Угу. Мы долго выясняли, где мне могут помочь и где я могу не испортить. То есть мы же должны сделать что-то вместе. Мы не можем, они не должны меня аккомпанировать, а я не должен просто выйти и где-то тоже там что-то сверху сыграть. Это должно быть совместное творчество. У нас еще будет целая репетиция перед концертом. Мы будем что-то там придумывать. Так что, по большому счету, то, что сегодня будет... в областном центре культуры, да, я правильно говорю, да? И народного творчества. Не инородного, я тоже всегда так слышу. Народного творчества, да. Да, и народное творчество. Вот, это будет большим сюрпризом даже для меня. Поэтому вот приходите все, вот приглашайте всех, будет очень... Импровизация так импровизация. По-любому. Вам не привыкать, хорошо. Ваш папа говорил, вернее, вы говорили в интервью, что ваш папа говорил, что играть нужно так, как будто ты признаешься в любви одной единственной женщине. А вы его он так... не говорил одной единственной, он сказал любимой. Это хорошо, разные хорошо, любимые. Как будто объясняешься в любви любимой женщине. На данный момент она же одна, я так думаю себе. На данный момент ее нет, поэтому это абстрактный образ, да. О, какой товарищи, меломанки. Вы выступаете с этой же мыслью всю жизнь? Или всегда. У вас какой-то свой велосипед изобрелся? Нет, к сожалению, с возрастом начинаешь понимать, как папа что все, с чем ты был не согласен вот с родителями в детстве, это все было, вот как папа говорил всегда, говорит, ты мне скажешь спасибо за то, что у меня не было детства, за то, что мы так жестко вот, заставляли тебя заниматься, и еще скажешь, что мало. И у папы же еще была потрясающая фраза, что Ойстрах и Паганини били своих детей, поэтому из них получились Ойстрах и Паганини. А я из тебя сделаю Эллен Крига. Но, правда, не могу сказать, что меня бил, но очень жестко все было. И я всегда рос с мыслью, что никогда в жизни я не скажу ему за это спасибо. И вот однажды, кстати, после какого-то интервью, после эфира, когда мне вот это напомнили, видимо, в каком-то интервью это было. Ой, простите, я знаю, что это очень непрофессионально. Простите, пожалуйста, я все. И однажды... Это не папа звонил? Кстати, да. И после эфира вот так меня спросили, я вспомнил, я ему позвонил из другого города, а может даже из другой страны, кстати. Я позвонил, сказал, пап, спасибо, ты мало меня прессовал в детстве. Вот такая история. Бог даст. Вот мне интересно... А со своими учениками, вот вы какой? Вы тоже их прессуете? Нет, кстати. Конечно, со стороны может показаться, что я самодур. Потому что, когда ко мне приходит студент, первым делом я говорю, обоснуй, почему ты хочешь учиться именно у меня, а не у кого-то другого. Так. В общем-то, самодурство чистой воды, если так, вот, на первый взгляд. Но, с другой стороны, я трачу на них самое дорогое, что у меня есть. Это мое время. И если человек хочет учиться у меня... Значит, я его трачу не зря. А если он просто хочет, просто хочет. Просто говорить, что есть я учусь. Масса людей, которые преподают трубу. Пожалуйста. Вот. И потом, я все-таки не жесткий человек с ними. Я считаю, что если это взрослые люди, а это люди 20+, у меня самый сейчас взрослый, ему 33 года, правда, ассистент-стажер, у меня три аспиранта у меня уже сейчас вот двое заканчивают. Я от них требую такого же фанатизма, как от себя. То есть мне не надо было объяснять, почему я должен 5-6 часов заниматься на трубе. И если им вот надо объяснять, значит, им тоже не ко мне. Самая убедительная мотивация, которую вам высказали в такой ситуации, что сказал человек? Почему ты хочешь у меня заниматься, спросили вы. Ну, а тут ответ только один может быть, потому что я вижу, что вы можете научить тому, чему не научат другие. Понятно. Учеников у вас на сегодня сколько? И где вы преподаете? Я преподаю в Государственной академии имени Маймонида. Учеников у меня вот официально, я даже не могу понять, потому что постоянно приходит кто-то. Я не беру деньги за это. Я имею в виду помимо зарплаты, да. Своей. Да, но ко мне еще приходят какие-то люди,
И они, в принципе, могут у меня остаться, если я понимаю, что они фанаты. Поэтому у меня в классе постоянно, помимо тех, с кем я должен заниматься, вот, ну, у меня еще кто-то. Многие из них ко мне поступают. И у меня, кстати, у меня есть один вот мой коллега, я не могу его назвать учеником, он у меня занимается. Он хотел ко мне поступать, его не взяли из-за возраста. Я считаю, что это абсолютно неправильно, ему 56 лет. Значит, и я считаю, что неправильно, что его не взяли. Но если человек хочет учиться, естественно, я с ним занимаюсь. Я с ним занимаюсь вот каждый раз. И он прогрессирует. Он уже профессиональный музыкант. Он уже профессиональный педагог. А он только начал он уже... этим заниматься? Нет. Он здорово, он всю жизнь играл. Но он просто увидел, что есть какие-то нюансы маленькие, которыми я могу с ним поделиться. Это прекрасно. Вообще, в принципе, тот, кто тебя учит, не обязательно должен быть там, старше тебя или мудрее. Он должен... Просто в какой-то момент, может быть, он знает какой-то нюанс, который не знаешь ты. Ну, главное, чтобы было чему учиться. А вообще какой-то верхний потолок есть в вашей профессии? У вас там нет какой-то год за два ранняя пенсия? Вообще, в принципе, вот если бы я в 90-е не потерял бы стаж, то я был бы уже несколько лет как пенсионер. Потому а у вас прям вот нас 20, ну, это считается, это очень-очень тяжелый труд. 25 лет, и у тебя творческая вот эта пенсия. Но так как я, с одной стороны, потерял этот стаж, а с другой стороны, сейчас другое время. Раньше люди там в 60 лет считались пожилыми, там, или там в 50 40. Лет, да, то и в 40. Да, а сейчас даже официально Всемирная организация здравоохранения 40, до 45 – это еще молодость. Молод. Да, потом начинается зрелость. И я видел моих коллег, которые в 70 лет играли блестящие концерты. Это, безусловно, для меня ориентир. Просто вы же говорите, что физическая форма очень важна. Вот поэтому она и важна, чтобы выйти в 70 лет и сыграть свой самый лучший концерт. Здорово. Так, а нижняя граница, в каком возрасте лучше начинать этим заниматься, если мы говорим о детях? Я видел, как на трубе играют дети там 5 лет, 6 лет, но все-таки мне кажется, что лучше это делать лет в 10-11, когда вот все-таки уже зубы сформировались, что-то. Но... И дышать есть чем. И дышать есть чем. Ну, тут главное попасть к хорошему педагогу, который поставит дыхание. Это, кстати, это очень полезно даже тем, кто никогда больше не будет играть на трубе. И я бы еще сказала, который сможет вот заронить и укрепить интерес к музыке вообще как таковой. Да, безусловно. Как личность тренера очень важно, чтобы не отпугнул. Однозначно. Так, и если можно, одним предложением. Вот в обозримом будущем, в ближайшем самое важное мероприятие, к которому вы готовитесь или, может быть, что-то выпускаете? Ну, кстати, я приглашаю даже всех из Липецка, потому что это будет 28 мая. Мой юбилейный концерт в Московском международном доме музыки. Я к нему очень готовлюсь. И самая концепция концерта вообще очень интересная. Все значимые, знаковые люди, с которыми я когда-либо стоял на сцене. Игорь Бутман, его биг-бенд. Даниил Крамер, народный артист России. Симфо-джаз братьев Ивановых. Люси Кампетти, девушка из группы Габен из Италии. Вот все, с кем я стоял на сцене, то есть я буду стоять на сцене, они будут меняться, и с каждым из них я буду что-то играть. Концерт будет супер. Ради этого даже имеет смысл проехать сколько-то часов на автомобиле или на поезде. А у нас 6 часов сейчас поезд идет. 28 мая в Доме музыки. Да, да. Я искренне желаю, чтобы у вас там все получилось просто. Спасибо большое. На самом высочайшем уровне, и очень надеюсь, что в Липецке вы не последний раз, что вы не разлюбите нашу публику и наш город. Я ни за что не разлюблю ваш город. Спасибо большое. Мы говорили с Вадимом Эйлинкригом, одним из лучших на сегодня в России трубачей и джазменов. Это была программа «Точка зрения». Всего вам доброго. Ходите на концерты.